Я могу сказать о Боре, ну, в двух словах. Эти были абсолютно два разных тайма, первый и второй. К сожалению, проработал в различных командах и в премьер-лиге, и в сборной. Но я не знаю, что мы будем делать, какой у нас дальше будет потолок футбольный. Вот. Ингушетия маленькая республика абсолютно. Ребята в основном со второй лиги. Убить их уверенность, значит, не дать им возможность играть, раскрыться. Это матч был в Красноярском такой же. Абсолютно. Значит, я понимаю главу республики, которую я очень сильно уважаю, и который меня пригласил помочь. Но нам тяжело. Извините, тяжело. Тяжело во всех отношениях. Вот. И я только надеюсь на то, что ребята пришли опустошенные, им мне сказать им нечего, но мы будем все равно бороться, биться, вот, и что-то показывать. Я абстрагируюсь от судейства, это будут другие там разбирать эти моменты все. Вот, вашей команде я желаю успеха, вот, добиться поставленных задач. Вот. Но мы сделаем то, что вообще-то надо сделать, надо оттолкнуться от чего-то в республике, потому что это самый маленький субъект Российской Федерации. Просто мельчайший, где очень много социальных проблем, которые решает глава республики, в том числе футбол. Вот, и он просил меня в этом отношении помочь развитию футбола в Ингушетии. Мне тяжело, мне трудно, я стараюсь сделать это все теми путями, сколько я лет работал в различных командах, и я знаю, что такое. Поэтому мы будем продолжать дальше двигаться. Вот, в вашей команде желаю всех. Пожалуйста, будущие вопросы? Да. Пожалуйста. Немало туров прошло с начала чемпионата. С самого начала вашей команды игра как-то не пошла в плане результата, но... Мы просто не видели игру. Последний я видел. А, видели, да? Да, я же говорю, игра не пошла в плане результата именно. А буквально последние туры... Кубок и так далее, то есть в этом плане дела начали налаживаться, и мы сегодня все увидели, что и по игре как бы... Да, если бы у нас не было удаления, мы бы неплохая, да, команда. А вопрос вот какой, то есть туров сыграли уже немало, играли с разными соперниками, несмотря на бюджеты там клубов, на подбор игроков. Можете назвать те команды, против которых вам было сложнее всего противостоять, и как на фоне этих команд сильных, на ваш взгляд, смотрелся сегодняшний соперник ваш? Ну, по первому тайму вообще ничего не видел. Мы имели гораздо больше моментов, чем имел распорядитель моментами. Неизвестно, как бы там закончилось все, даже в первом тайме. Вот. А то, что сказать сегодня... О командах, ну я примерно знаю, я еще работал союзно в первой лиге. Примерно понимаю, что такое, какой сегодня уровень. Ну, он где-то выровнялся, но мастеровитых игроков, таких, которые все решают, их немного. Вот, допустим, если там взять, я давно знаю, там Гагиту, он игрок абсолютно премьер-лиги, который, знаешь, читающий, понимающий, вот там Никифоров. В этом отношении тоже подавал уже мой мубок, а, конечно, гораздо там выше там, в этом плане. То есть в каждой команде есть какие-то мастеровитые игроки, но либо они уже остановились в своем уровне, в своем росте, то есть они не двигаются там дальше, у них нет такого. Вот, поэтому если здесь есть задача поставлена в команде выйти, скажем, в премьер-лигу, вот, вы понимаете, что там для этого нужно, какой все-таки здесь уровень мастерства в сравнении, допустим, первой лиги и премьер-лиги очень колоссальный, пропасть очень колоссальная. Mm-hmm. Вот, поэтому можно одну, там две игры сыграть, можно на кубок сыграть, выиграть у премьер-лиги, там это естественно. Но провести вот чемпионат, чтобы такие были игроки, которые бы здесь их в каждой команде их раз-два и общался. Вот первого дивизиона раз-два и общался игроков. Поэтому, по сути дела, надо практически все менять. Мы идем другим путем, у нас практически все игроки местные, вот, местные со второй лиги. И вот там добавили к ним, а идем совсем другим путем. Другие команды практически все обновились, поменяли и прочее. Ну, такова воля была
и ЛМУ республики, чтобы, в общем-то, мы сейчас разбавили, есть и русские ребята, у нас вообще-то неплохой коллектив, самое главное, чтобы мы не запинали просто, вот это вот не хочется. Поэтому в любую игру у нас не будет таких игр, чтобы мы там кому-то вышли там и просто слили. Это не в моем духе, не в духе этих ребят, поэтому то, что мне это нравится, потому что если бы там была бы другая картина, мне не, там, моей ноги бы не было минуты. Спасибо. Еще будут вопросы? Спасибо.